Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Друзья мои, давно хотела поинтересоваться у вас, как часто вы себя балуете? Я надеюсь, что вы догадываетесь и понимаете, о чем я. Это касается многих областей, в том числе и покупок, без которых, в принципе, по большому счету, мы могли бы совершенно спокойно обойтись, но приобретение которых все-таки доставляет нам какое-то сказочное удовольствие и поднимает настроение. Так вот, со мной такое периодически случается, и я себя радую. Незначительными какими-то, возможно, покупочками или какими-то такими событиями в своей жизни. Ну, вот на этих выходных я себя порадовала очередными покупками, о которых вам сегодня хочу рассказать, которые хочу вам показать. Возможно, информация для вас не будет полезной, но, может быть, она будет интересной. Ну, либо, в конце концов, просто я буду вам признательна, если вы искренне за меня порадуете. Радуйтесь, потому что эти покупочки однозначно сумели поднять мне настроение. Итак, начну я, пожалуй, с более значимой покупки, а именно с ювелирных украшений. Я уже говорила в одном из своих видео, что я, в принципе, человек, который, ну, скажем так, не фанат всего этого. Это как бы не особо моя история. Но иногда, понимаете, во мне просыпается вот такая девочка, которая, понимаете, когда особенно вот я вижу вот это разнообразие, вот это вот, понимаете, мерцание камушков, переливание вот этого, значит, драгоценных металлов. И у меня вот что-то такое происходит в душе, да, и периодически вот у меня возникает желание. Я не могу сказать, что я хожу прям целенаправленно по этим магазинам, нет. Но вот в эти выходные так все срослось, что порадовала я себя. Объясню, каким образом это случилось. У нас просто у нашей внучки буквально через неделю день рождения, ей 2 годика, и мы, собственно, собрались в итоге купить ей цепочку. Мы хотели ей купить золотую цепочку из белого золота, потому что, ну, к крестику. И по совету своих друзей мы воспользовались приложением, ну, вы, наверное, знаете такой магазин Sunlight. Значит, вот это сетевой магазин, их у нас в Питере достаточно много, этих точек торговых, но у них есть еще и приложение, что мне очень понравилось. Там можно совершенно спокойно посмотреть дома, в спокойной обстановке, выбрать, отложить, потом подъехать в магазин, все это потом еще пощупать, посмотреть и уже определиться, брать или не брать. Это приложение я вам покажу, потому что вещь действительно очень нужная и полезная. Поэтому я совершенно спокойно вот зашла в это приложение и... Ну, в общем, цепочку я, конечно, выбрала, но, собственно, этим дело не ограничилось. Вот, чем все закончилось, я вам сейчас покажу. Ну вот, друзья мои, видите, как красиво мне упаковали мои покупки в этом магазине. Как я уже сказала, планировалась всего лишь одна покупка, но сработал, скорее всего, я так понимаю, эффект сороки, и не выдержалась я, купила еще себе один комплектик. Сейчас я вам все покажу. Вот, друзья мои, это цепочка, ради которой мы, собственно, и обратились в этот магазин. Как бы изначально была мысль, как я уже сказала, приобрести только ее. Значит, цепочка из белого золота, 40 сантиметров, отечественный производитель. Видите, размерчик небольшой, но как раз для нашей маленькой принцессы будет самое то. Так, далее я распаковываю уже, собственно, то, что принадлежит мне. Мне очень нравится, как у них упаковано все это, так, знаете, как-то миленько, так все как-то вот с душой. Ну, давайте посмотрим. Вот такие вот сережки. Это розовое золото и белое золото. Так, ну и, соответственно, как я уже сказала, поскольку я приобрела комплект, то здесь уже у меня, я так понимаю, колечко. Сейчас я вам тоже его покажу. Вот, посмотрите, какая красота. Вообще, кольцо мне это очень понравилось. Я считаю, что оно выглядит, вы знаете, настолько достойно, настолько вот как-то, не знаю, прямо вот съедобно. Вы знаете, я люблю массивные украшения. И в данном случае посмотрите, как объемно, как вообще замечательно смотрится, не теряется на руке.
И, в общем, выглядит, ну, просто, мне кажется, потрясающе. Так, ну, как обещала, показываю вам это приложение, через которое, собственно, я и заказала все свои украшения. Очень удобное приложение. Кстати, имейте в виду, что при первичной установке этого приложения и в случае покупки каких-то изделий, то вы даже еще получите очень хорошую скидку 7% на общую сумму. Значит, приложение очень удобное. Вы можете зайти вот в общий каталог, выбрать либо по определенному виду украшений, либо, пожалуйста, посмотреть все коллекции, которые представлены, и уже зайти, так сказать, конкретно, если вас что-то заинтересует. Либо вы можете посмотреть, видите, тут по металлу, золото, серебро. Кстати, у них очень красивые есть серебряные украшения. Вы знаете, ну, настолько красивые, что я уже думаю о том, не мешало бы мне, наверное, что-то присмотреть себе из этой коллекции. Вот. И вы знаете, очень радуют цены, очень радуют акции вот эти вот, которые сейчас там проходят. И я, честно говоря, была поражена. Мы можем здесь выбрать магазин ближайший к дому, и нам могут доставочку, как, собственно, я и сделала, организовали мне доставку в магазин, который расположен недалеко от моего дома. Очень удобно. В принципе, можно даже заказать доставку на дом. Пожалуйста, кому как удобно. Так, все вот, украшения, приобретенные мной, они относятся к коллекции «Золото России». Потом, значит, посмотрите, какая красота. Выбрать есть из чего. Очень представлен большой такой, знаете, модельный ряд. И, вы знаете, радует то, что вообще все эти изделия произведены на наших российских заводах, таких городов, как Кострома, Белгород, Красноярск. Вот у меня Красноярск, по-моему. И использовано золото 585-й пробы. И использовано российское золото. Так что есть из чего выбрать, есть над чем подумать. Вы поняли, да, основную идею работы этого приложения – очень-очень удобно, еще раз говорю. Посмотрите, полюбопытствуйте, зайдите. Впереди праздники новогодние, так что, возможно, вам эта информация и пригодится. Я буду только рада. Так, ну и вторая моя покупка, она уже, конечно, менее значительная по стоимости, но не менее приятная. Значит, это вот такие патчи, или патч, я не знаю, как правильно сказать, от Petitfi, это корейский производитель, корейский бренд, для, на секундочку, шеи. Вот, понимаете, для меня лично это новинка. Я, честно говоря, даже не догадывалась о существовании вот такого косметического продукта. Ну, то есть я знаю, что есть уходовые средства, кремы различные, может быть, там сыворотки, возможно, есть. Но вот чтобы патчи для шеи, я совершенно случайно увидела. Я просто захожу, периодически у нас есть неплохой магазинчик в Питере, и совершенно случайно вот набрела, и думаю, дай-ка я попробую. И купила я вот таких две упаковочки таких. Одну я вот уже сделала. И вы знаете, я осталась в таком диком восторге. Ну, мне повезло, что я купила это по... Там у них сейчас какая-то акция идет. Ну, в общем, в два раза практически дешевле. Стоимость, конечно, у них, ну, в принципе, достаточно небюджетная. Но я решила сейчас, что я докуплю еще 5 таких патчей, пройду неделю курсом, и потом, возможно, буду раз в неделю как бы вот обновлять результат. Вы знаете, патчи настолько прекрасно работают на области шеи. Во-первых, у них очень удобная форма. За счет вот этой формы крылышек таких, да, вообще, кстати, очень красиво, необычно, они прекрасно ложатся на шею, очень плотно, практически покрывают всю шею и не доставляют никакого дискомфорта в носке. То есть ощущение совершенно потрясающее. Потом, конечно, мне очень понравился результат. Кожа шеи была настолько увлажненная, настолько, знаете, какая-то нежная. Вот меня, кстати, часто спрашивают, какой уход я применяю за области вот именно шеи, декольте. Вот понимаете, как-то вот все время я забываю про эту область. Но обычно я, когда вспоминаю, я использую те средства, которые я применяю либо на лице, либо то, что для тела у меня, да. И как бы не акцентировала внимание. Так вот, вот эти патчи на меня произвели действительно вот, ну, такое самое благоприятное
приятное впечатление, и я решила, что я буду их использовать. Поэтому, если вот вы как бы заинтересованы, если кто-то ищет уход именно за этой областью, присмотритесь, посмотрите в интернете. Вот Petit Fi, вот такой патч для шеи. Чем он хороший? Значит, золотое, содержание золота 24-каратное здесь процент, достаточно высокий. Далее, муцин улитки, алоэ веры, коллаген. То есть, вот все их фишки корейские, которые вот их любимые косметические вот эти вот компоненты, они все здесь присутствуют. В общем, работает, ну, замечательно. Я не знаю, я один раз использовала, но я в диком восторге. Я, конечно, посмотрю, как это будет выглядеть после применения курса. Ну, вот я говорю, я хочу недельку поиспользовать. Но потом, возможно, с вами поделюсь. Вот. Так что это моя вторая покупка, без которой, наверное, я могла бы совершенно спокойно обойтись. Но в то же время она меня порадовала и подняла настроение. Ну вот, дорогие мои, показала, рассказала я вам о своих приобретениях, которые сумели поднять мне настроение, порадовать меня. Вот, и надеюсь, что вы искренне разделили со мной эту радость. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо, что были со мной. Я вам всем желаю всего самого доброго, самого светлого. И еще раз хочу напомнить, не забывайте хоть иногда баловать себя и тех, кого вы любите. Ну, а на этом позвольте мне сегодня с вами попрощаться. Пока-пока.